А бывает, что все количества сторон разные. Вот здесь вот было число 2. А можно так сделать, чтобы было по одному. Ну, я не знаю, там, скажем, треугольник, шестиугольник, восьмиугольник, девятиугольник, что-нибудь такое. Может ли так быть, чтобы не было повторений? В принципе, чтобы не было повторений. Все грани имеют разное количество вершин. Да. На них. Чтобы у нас был многогранник, мы выписали, сколько у него каких граней, и нигде не было бы больше единиц. Как вы считаете? Невозможно, правильно? Почему? А? Нет. То, что вот, интуитивно понятно, что, скажем, если у нас есть, не знаю, там, какая-то грань, которая 100 вершин, то к ней... Это понятно. Но как это строго доказать? Да, пожалуйста. Самая большая. Громче. Самая большая из этих фигур будет иметь слишком много. А, идея такая. Рассмотрим грань с наибольшим количеством сторон. Да? И ей нужно быть... Ну, например, пусть у нее 2020 сторон. Да, ей нужно быть 2020 серий, а чисел, которые меньше 2020, больше... Их всего лишь 2019, и даже если учитывать единицу и двойку. А они бывают. Так, все поняли? Да.